Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Яковлев Иван Михайлович. Я являюсь руководителем Центра поддержки экспорта Пермского края. И в рамках выполнения программы президента Российской Федерации по повышению экспортного потенциала мы, реализуя эту программу, привезли сюда 4 компании. У нас коллективный стенд. Компании представлены, вы можете их видеть на стенде. Все компании работают в области добычи нефти и газа, начиная с бурения и заканчивая переработкой. Собственно говоря, Российский экспортный центр очень поддерживает и в рамках вот этой программы нам ставится задача по выполнению собственных показателей по количеству экспортных контрактов, по количеству денег, которые мы должны показать за год. Соответственно, мы очень надеемся на взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджанской Республикой. И в дальнейшем также будем участвовать в выставках не только Oil Gas. У нас очень много других производителей, которые также хотят быть экспортерами, начиная от пищевиков и заканчивая химической и прочей промышленностью. Вообще Пермский край у нас представлен очень многими предприятиями. Пермский край, он промышленный край. У нас очень развита химическая промышленность, очень развита пищевая промышленность. Очень развито производство и машиностроение, то есть машиностроительная область. Соответственно, этим наш край и является сильным в своем экспортном потенциале. И мы непосредственно, конечно, будем содействовать выводу наших малых, средних и крупных компаний на экспорт. Поэтому хочется пожелать всем участникам выставки удачи, новых контрактов. Всего доброго. Благодарю вас за информацию. Спасибо. Удачи.